И сегодня у нас в гостях чемпионка Кыргызстана по шахматам до 18 лет Элиза Касымова. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Приятно вас здесь видеть. Поздравляем вас с победой в чемпионате Кыргызстана. И давайте начнем с того, как вы вообще полюбили шахматы. Сначала меня научил играть отец. В 11 лет я научилась играть в шахматы. Тогда мы с сестрой играли в шахматы. И интерес появился в шахматах, когда я начала побеждать сестру. И дальше пошло уже... Мы уже ездили на турнир. Конечно, первый раз я проиграла. Но дальше тренировалась. И в следующем году я выиграла. То есть... Вы почувствовали вкус побед, полюбили шахматы. После была определенная неудача, вы сделали правильные выводы, продолжили работать над собой и добились успеха. Прям сценарий для фильма. Хорошо. Есть ли какие-то планы грядущие? Вот вы выиграли чемпионат Кыргызстана. И за этим грядут какие-то международные соревнования, верно? Да. Где вы будете участвовать? В мире. Румынии. Чемпионат мира в Румынии. Тоже среди юниоров. Какие там планы, как собираетесь готовиться? Буду усердно готовиться, да. Первый раз я выхожу на такие масштабные турниры, и, конечно, будут волнения, но я стараюсь быть хорошо играть, буду стараться. Что нужно для того, чтобы стать успешным шахматистом? Вот ваш секрет успеха? Никогда... Помимо труда, да, это понятно. Никогда не оставаться. Быть сильным духом еще. Да. И... Ну и все, наверное. Да. Труд, быть сильным духом и никогда не сдаваться. Да. В принципе, это секрет успеха не только в шахматах, но и, наверное, в любом деле. Итак, вы будущая участница чемпионата мира. Были ли в вашей шахматной карьере еще какие-то выезды за рубеж на какие-то соревнования? Да. Я ездила в 2018 году в Казахстан. Международные шахматы на Кубок Дармен Садвакасов. Какие там результаты? Рассказывайте. Там... Я не заняла место. Ну, не лучшие результаты, но вы, девушка молодая, все у вас впереди, и будем болеть, во-первых, за вас на грядущем чемпионате мира. Будем надеяться, что все у вас обязательно получится. Давайте вот в завершении, резюмируя, поговорим о том, как вообще будет проходить подготовка к такому большому турниру, как чемпионат мира. Как вообще шахматисты готовятся? Шахматисты. Понятно, что у атлетов там какие-то тренировки, они бегают на выносливость, какие-то упражнения. Ну а шахматисты просто играют или что-то еще? Еще задачки решают. Там позиции нужно еще знать, дебюты знать, да, партии изучать шахматистов. Для вас шахматы – это все же спорт или некое такое увлечение, где вы можете успокоиться, получить от игры удовольствие, или же все-таки это носит какой-то соревновательный характер лично для вас? Спорт. Спорт? Да. Вы в этом уверены? Да. Все, отлично. Друзья, у нас здесь в студии в гостях была Элиза Касымова, чемпионка Кыргызской республики по шахматам до 19 лет. Мы желаем вам успеха на грядущем чемпионате мира в Румынии и надеемся, что все у вас получится. Ну и, конечно же, успеха в дальнейших турнирах, в которых вы будете принимать участие. Друзья, продолжайте быть только с нами, мы скоро вернемся.